После подписания соглашения Александр Худиланин прибыл на Соломенский лесозавод. Предприятие считается одним из старейших лесопромышленных заводов республики. Объем инвестиций в увеличение мощности лесозавода составит более 650 миллионов рублей. По информации правительства, на предприятии будет создано дополнительно 60 новых рабочих мест. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет средств собственника. Александр Худиланин назвал Соломенский лесозавод флагманом лесопереработки в Карелии. Мы вводим в следующем году уже все объекты, и линию лесопиления, и линию сортировки, и сушильные блоки, и котельное оборудование, чтобы в следующем году увеличить объем производства минимум на 25%, а через год уже, соответственно, выходить там на 400, 500 и уже 600 тысяч, как обозначил сегодня наш собственник. По словам собственника завода Виктора Хорошавцева, в следующем году на предприятии смогут перерабатывать 370 тысяч кубометров круглого леса. А после реконструкции возможности завода позволят выйти на переработку 600 тысяч кубометров лесного сырья. В начале следующего года на предприятии завершится очередной этап реконструкции, который позволит увеличить возможности выпуска готовой продукции практически на 70%. На сегодняшний день продукцию Соломенского лесозавода приобретают представители 25 стран мира.